Добрый день, меня зовут Виктория Борисенко, я юрист в сфере интеллектуальной собственности. Совместно с научным издательством «Технологический центр» мы продолжаем серию обучающих видео об авторском праве и как оно работает на практике. Следите за нашими обновлениями, не пропускайте новые видео и подписывайтесь на наш канал. В предыдущем видео мы говорили о том, как правильно заключить договор между автором и издательством. А сегодня мы поговорим о нововведениях в законодательстве и как регистрация авторского права необходима как для научного сотрудника, так и в целом для учебного заведения, где он работает. Недавно были утверждены некоторые изменения согласно постановлению Кабинета министров Украины номер 365. Так, согласно ему, научно-педагогические, педагогические и научные сотрудники, которые обеспечивают деятельность заведения, должны иметь не менее 4 профессиональных достижений за последние 5 лет деятельности. Так, одним из пунктов является наличие 5 авторских свидетельств о регистрации авторского права на произведение. Также возникают ситуации, когда научный сотрудник должен доказать свое авторство на произведение. Можно, конечно, поднять всю цепочку документов, предоставить доказательства, а можно просто зарегистрировать авторское право и показать авторское свидетельство. В отличие от патентного права, которое защищает торговые марки, изобретения, промышленные образцы, авторское право не требует обязательной регистрации, но в некоторых моментах регистрация упрощает процесс и является веским доказательством при обращении в суд, когда вы обнаружили нарушение своих прав. В Украине и некоторых других странах регистрация авторского права существует. Автор, независимо от того, сотрудничает он с издательством или нет, может подготовить пакет документов и подать на регистрацию свое произведение. Авторское свидетельство, которое будет получено в конце, может являться подтверждением авторства, это первое, и второе является веским основанием для обращения в суд в случае нарушения прав автора. Издатель также может зарегистрировать авторские права, но в этом случае он подает не только на регистрацию произведения, а и договор между автором и издательством, по которому были переданы все права. Повторюсь, что регистрация авторского права является депонированием произведения, то есть государственный орган подтверждает, что на определенную дату было создано такое-то произведение таким-то человеком. А вот в патентном праве торговые марки, промышленные образцы и изобретения, они проходят несколько экспертиз на соответствие требованиям законодательства. Как я уже говорила, регистрация авторского права существует не во всех странах мира. А что же делать тем субъектам, в стране которых нет регистрации? Они вполне правомерно могут обратиться в одну из стран, которые подписали Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений. И если в той стране существует орган, который занимается регистрацией, подать документы туда. Например, наибольшей популярностью пользуется регистрация авторских прав в Соединенных Штатах Америки. Осуществляется оно Бюро по авторским правам при библиотеке Конгресса США. Преимущество состоит в том, что любой человек из любой точки мира может подать заявку онлайн, оплатить официальные сборы и получить свидетельство, которое будет действовать на территории 179 стран, которые подписали Бернскую конвенцию. Не пропускайте новые познавательные видео, подписывайтесь на наш канал, пишите ваши вопросы в комментариях или на электронную почту, которая указана в описании этого видео. И помните, что ваша интеллектуальная собственность – это ваше богатство и сила успеха в знании закона.